Добрый день, дорогие друзья. Sony Ericsson Aspen. Или Aspen. Короче говоря, Asina. Вот, собственно, аппарат черного цвета, аппарат белого цвета. Белый полностью, вот, с серебристой вставкой. Черного передняя часть черная. Черная вставка внизу. Ну и серебристая крышка аккумулятора. Стилус. Довольно неплохой, тяжеленький, не меру. Вот, нужен он, как и понятно, для управления с помощью сенсорного дисплея. Давайте посмотрим, что тут есть. Ну, вот есть разъем microUSB, объектив камеры, разъем 3,5 мм, кнопка включения блокировки. Тут пусто. Качелька регулировки громкости. Ну, в общем-то, и все. Как вы можете видеть, размеры аппарата такие, достаточно массивные. На мой взгляд, серебристый смотрится интереснее, чем черный. Черный какой-то уж слишком такой весь серьезный. Вот, по поводу того, что внутри, сейчас еще я бы не стал говорить подробно, потому что, ну, как бы, рано еще пока. Вот, но можете посмотреть, допустим. Давайте вот мы перейдем к панелям. Сейчас отключен плеер. Динамик громкий. Сенсорный дисплей работает. Так, вот мы, соответственно, переходим в меню панелей. Так, еще раз. Панели. Вот сейчас пока только Facebook. И так называемая традиционная схема Microsoft. Ну, назовем ее условно так. Вот здесь, соответственно, переходим не только к панелям, а к некоторым самым важным функциям: сообщения, Facebook, календарь, мультимедиа, панели. Вот мультимедиа, это можно, значит, перейти в музыкальный плеер, радио, фотографии, видео, игры. Вот. Ну, давайте, допустим, мы включим панель Facebook. Вот она запускается. Ну, нужно будет войти. По примеру Sony Ericsson Xperia X1. Вот она будет обновляться. То есть такая достаточно приятная штука. Ну или вот включим вот эту панель. Здесь у нас, соответственно, вот можно картинки посмотреть. Кнопки возврата только почему-то вот. Да, ну вот, собственно, ок позволяет вернуться назад. Голосовая почта, время, смс, электронная почта, календарь, избранная. Камеру, соответственно, я так понимаю, запускать нужно из меню. Отдельные кнопки запуска. Что-то как-то не видно. Вот, собственно, да, я запустил. Угу. Ну, пока об этом, обо всем говорить рано. Сборка и прочее. Ну, тоже оценивать пока не будем. Потому что прототип. Вот так, в общем, посмотреть, я думаю, вам интересно. По размерам, да? Давайте посмотрим, что у нас с размерами самих устройств. Например, в сравнении с iPhone. Ну вот, очень похоже. N900. Тоже, в общем, гробик такой не маленький. Ну или вот BlackBerry. Второй болт. Ну, поменьше будет. Так, не тот я аппарат убрал. Это нормально. Давайте еще разок пройдемся по внешнему виду. Дисплей сенсорный. Еще раз вам хочу напомнить. Дизайн напоминает многие другие последние аппараты Sony Ericsson. Есть характерные черты.
В общем, все остальные моменты уже рассмотрим, когда будут финальные образцы с хорошим железом, нормальным ПО. Вот, а пока так, только первое знакомство.